Приветствуем вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром мы бы хотели попросить вас подписаться на канал и поставить лайк, чтобы не пропускать ежедневные новости на нашем канале. А мы переходим к новости. Оказавшийся в черном списке Киркоров сбежал за границу. Социальные сети Филиппа Киркорова пестрят фотографиями с заграничных поездок. А в России тем временем за королем поп-сцены пристально следят судебные приставы. Несколько месяцев назад Филипп Киркоров был в числе должников миллионеров. За просроченный огромный кредит латвийскому банку певец должен был выплатить 140 миллионов рублей. В счет этой суммы уже готовились пустить с молотка одну из роскошных квартир артиста, но звездные адвокаты все же смогли помочь, и жилье отбили, и от долгов избавили. Привыкший жить свободно и роскошно Киркоров недолго был чист. Спустя некоторое время он снова попал в черный список ФСПС. На этот раз накопленные долги вряд ли могут испугать певца, это всего лишь 44 тысячи рублей. Текст озвучен с помощью Яндекс.Спичкет. Накопил их Филипп на штрафах за превышение скорости и неправильную парковку. Таковых ему за несколько месяцев выписали 20 штук, сообщает kp.ru. Стоит отметить, что 30 июля певец получил аж 4 квитанции разом, видимо, его водитель очень куда-то спешил. Сам певец авто не водит. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкет. Текст озвучен в Яндекс.Клауд. Напомним, что по закону покинуть Россию нельзя, если у вас есть долг, превышающий 30 тысяч рублей. Ежегодно по этой причине тысячи россиян теряют оплаченные авиабилеты, путевки и туры. Безжалостные пограничники разворачивают их в зоне контроля. Тем не менее, наличная страница в Инстаграме Киркорова сплошь путешествия, США, ОАЭ, Греция, где он сейчас веселится вместе со своими детьми, двойняшками Мартином и Алой Викторией. Напишите свое мнение об этом в комментарии. Обязательно подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, и свежие новости каждый день вы будете видеть первыми. Спасибо за просмотр.